привет-привет, на канале «Пиратская жизнь». Он нам прислали этот расчет за электричество и воду. 1490 у нас получается этот электричество, да? 10. Вот, и 1000 бат нам сказали за уборку. Вот, я не знаю, что там еще. Ой, короче, сейчас, знаете, сейчас лазили, короче, по телекам. Пойдем, Бог, уже потихоньку. Сейчас лазили, короче, а по телекам. А за февраль не знаю. Че, там уже готовый. Ну, или это получается за февраль? Да. Я фиг его знаю. А вот, сейчас лазили, короче, по телекам. А вот, прикиньте, на телеке увидели там аккаунт. Зашел какой-то, какой-то Владимир. Харик. Ну, это да. В общем, смысл в том, что это явно не наш аккаунт. Заходил я со своих, я сейчас удаляла все там, подчищала, так сказать, за свою, с собой историю. Я за собой все подчищаю. Вот, и выясняется то, что в этой квартире еще кто-то жил до нас. И, видать, еще не один раз. Так что первоначально, когда нам позиционируешь, что квартиры никто не жил, все больше и больше доказательств того, что здесь люди жили. Кажется, вот, знаете, очень полезно, когда ты откуда-то съезжаешь, выходить из всех аккаунтов и, соответственно... Да. Это, кстати, очень полезно. Потому что вот мы зашли на телевизоре, на одном, на втором. Я вот сейчас вот бегала, все снимала, все удаляла, все, так сказать, подчищала. Ну ладно. Это, так сказать, лирическое отступление. Да, мы сейчас идем на массаж. Надеюсь, немножко расслабимся. Голова у меня пухнет, не могу. Этот меня еще учат. Ты, мать, сними, засними, там туда-сюда. Короче, дофига. Здесь, говорю, здесь квартира, понимаете, как проходной двор на самом деле. Вот, то, что... Да, здесь отель. И столько людей проходит. Люди сами пишут, даже в отзывах, да, на Кубокомбании. Можете почитать, иностранцы пишут, что мы сняли его на 4 дня. Угу. Так еще прикол такой, что сейчас были в сауне. Там вот эти кнопки, где вот это управление сауной, там тык-тык-тык, добавляют температуру и так далее, они уже все продавленные, все уже сломанные. Короче, пипец. В общем, такие дела. Ладно, вроде что-то начал писать, слава богу, уже. Уже что-то начало проясняться. Получается, за февраль у нас 1490, плюс финальная уборка 1000, еще где-то примерно 1000 у нас будет за март. Ну, как я тебе и говорила. Плюс-минус. Так и получается. Ну, надеюсь, все будет хорошо. Как договорились, что он, получается, остатки батов он нам переведет рублями по курсу там нынешнему. А вопрос по какому? Да, какой? Главное, чтобы рубли нам перевел. Меня больше рублей интересует. Это значит, там будет 54. Хотя я, кстати говоря, рассчитывала на эти баты, которые нам должны были сегодня вернуть. Как раз я думала, duty free что-нибудь прикупить и так далее. А у нас, получается, баты остаются только те, которые мы получим в ат-рефанд. Mm-hmm. И все. Я человек слишком, слишком ответственный, слишком это, волнительный. Вот, кстати, вот здесь вот офис, где как раз бронируешь. Кстати, прикиньте, мне Вовка сейчас открывает заначку. А у него, оказывается, там заначки еще 3000 бат. Припасено. Я думала, у нас на сегодня осталось только 2000, а в итоге осталось 3. И 3, и еще 2. Ну, отсюда еще 1200 за это. А, еще за трансфер, да? Ну, то есть, грубо говоря, 4. Гуляй, рванина! На котором я вчера. Ну, там другая машина была, конечно. Только белого цвета. Короче, Вовка молодец. Он тут все это заныкивает, заныкивает. Как значит, белка, белка, белка к себе. Он же у меня деньгами-то руководит. А я уж боялась, что сейчас нам даже на массаж не хватит. Так и было, чтобы думал, какая-то форс-мажор будет, да? Да, какая-то хрень. Либо это, ну, пишут за воду и свет, на, блин, это больше, да? Там этот будет. На блин, 1002. Стоял 2. Короче, жизнь-то налаживается, понимаете, потихоньку. Слушай, дай я тебя поцелую. Ты же мой заначник. Вот как вот мне все-таки повезло с мужем. Вот насколько мы с ним прям подходим друг к другу, понимаете? Вот где-то я там, я эмоции, я нервы, я энергия нашей семьи. А он холодный рассудок, расчет. И, знаете, спокойствие. Молодец, пофигист. Вон тот, да? Который не начисляет. Ой, молодец. Я прям горжусь. Красавчик. Так, сейчас, короче, у меня на массаж арома. Который будет там убираться. Да? Мы как раз спускались с какой-то
квартиры. Короче, я сейчас на аромамассаж, расслабиться, потом кушать. Надеюсь, у меня сойдет все. А то у меня так голова разболелась, прям не могу. От всего, от всей ситуации. Я же просто нервничаю. Вот, потому что хочется спокойно уехать. Потому что ну, деньги терять слишком. 50 с лишним тысяч тоже не охота. Кушать там хватит. Ну, слава богу. И массаж хватит? Плюс 2. Нет, так там еще, понимаешь, будет это, деньги, которые с Ватрифаунда. Я вот еще про них думаю. 480. Да. Ну, ты говоришь, что он должен был отдать 5000. Да. А кассы нет. Кассу не отдаст. Вот они. Он отдаст рублями. Короче, сумасшедший дом. Я, понимаете, каждую копеечку, у меня все посчитано. До миллиметра, все посчитано. Я экономист. У меня дебет с кредитом, когда не сходится, я начинаю беситься. Я начинаю ругаться. И лучше в этот момент не попадать ко мне под горячую руку. Вот так. О, на тук-туке хоть покатаемся напоследок. Если прям вдвоем. О, все. Начал, как говорится, налаживать. Вован вообще молодец, красавчик. Он от меня деньги спрятал. Заначки. Я от него прячу заначку в России, он от меня прячет заначку в Таиланде. Ну, молодец. Говорю, как знал, что какая-нибудь фигня случится, я до последнего держал, тебе не говорил. А я же не считаю, я ему все доверила. И все. Вот такая блапошил мне на 2000 бат. Семью облапошил. Ах так, да? Да. Ла-ла-ла. Да, я боялась, что 2000 и все. А сегодня можно гульнуть. Массаж делать. Тук-тук. Класс. Ой, ладно, надеюсь, что все будет хорошо. Сейчас все посчитают, все будет нормально. Короче, пока всем звезды не встанешь, никто работать не хочет. У всех давайте потом, туда-сюда. Всех собой-собой. Нет, надо всех держать. Уф. Вот поэтому я, кстати, училась на руководителя. И отец у меня был руководитель. Потому что с людьми нужно общаться. И тоже какие-то определенные моменты начинать, как говорится, не расслаблять. Чтобы они не расслаблялись. Потому что если все расслабятся, никто работать не будет. Вот так, курс сейчас 35,80 доллар и 38,75 евро. Ну, а рубль, как всегда, на 34. Да. Вот наша соечка. Сейчас идем до массажечки. Ой, все, прогуляемся хоть напоследок. Надеюсь, мне сейчас девочка хорошая попадет на массаж. Прям хорошо меня промассажирует, я там подрыхну, почилю. Да. О, весь этот собак тоже. Корм, да. Вывалили рис, рисом вывали, с едой какой-то. Да. Нет, там не с мясом, там вот с этим, с сухим кормом. Да-да-да. Ну еще и мясо будет. Ну, может быть, да. Кормят тут собак. Они всегда, это знаете, как это, карму отмывают. Кормят животных. Вот у тайцев есть такое вот понятие, что не обижай и даже бабочку не убивай. Мало ли вдруг... Да. Мало ли вдруг потом... Ты станешь бабочкой, тебя тоже кто-нибудь прихлопнет. Так, манго. Но мы уже не будем брать с собой. Что? Какие? Шел 18-летний таец, признался убийство. Да? Фига себе, прям сам признался. Он тоже какую-то палатку открыли, смотри-ка, не было. Или закрыт было. Сколько раз ходили здесь, постоянно закрыт. Так, мне срочно нужен отдых. Мне еще потом надо будет помыться. Сейчас специально не моюсь, потому что это голову, как всегда, сейчас массировать будут масло и прочее. Вот. Вовке-то легко, а мне-то вот. У нас, в принципе, багаж весь собран. Там только покидать уже остатки. Там расческа. Что еще? Этот. Всякий. Да, еще что, я нервничаю, понимаете? Я сама же решаю все свои заботы, все свои проблемы. Я чисто вот, как говорится, никто за меня не решит их. Поэтому приходится как-то так вот маневрировать. Фиг расслабишься. Он тоже нервничает, ну он тоже молодец. Я говорю, в каких-то моментах я молодец, в каких-то моментах он молодец. Вот. Так что тут мы друг друга дополняем. Вот это и есть, знаете, когда вот пара, она единая. То есть
где-то муж жену подержал, где-то жена мужа. Вот, а не так, что один все решает, а второй просто унылая какашка. Так, у нас такого нету. У нас все. Друг друга. Поддержка. Любимый. 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 Что орешь-то? Любимый. Любимый. Слушай, ну все, жизнь налаживается. Опять же, повторюсь. Мне он только что прислали 6 минут назад, что за нами вот такой джип приедет. Класс. Прикиньте. Нам обещали Toyota Innova. А это вот прям такой джип приедет. Крутяк. Я говорю, где-то, знаете, понервничаешь, а потом все как по маслу пойдет. Отлично. Девочки хорошие. Попались. Да, вон туда. Газгол туда. Вип-зона. Все. Ой, все, слава богу. Я такая радостная, что жизнь налаживается. Все, жизнь налаживается. Блин, я бы еще, конечно, шейк взяла, но, блин, время. Время. Жизнь налаживается. Так, она меня классно промассажировала. Вообще. Вот мы ее это прозвали Кити-Кити. Она раньше, кстати, здесь вот работала, этот, который меня девушка делала. Она такая сильная вообще, капец. У нее постоянно сумочка была. Там, знаете, у нее Кити-Кити сумочка. Вот, и мы ее говорим, это Кити-Кити. Вот она Вована делала в прошлый раз. Я сидела такая с завистью. Говорю, о, она тебя делает. А сегодня она делала меня. Вообще, так здорово. Что-то все сместилось, да? Здесь было закрыто. О, что-то новое открылось. Странно. Все по-разному. И вот, знаете, я себя представила, я как тесто или глина. Она меня просто раскатала и закатала обратно. Просто такая сильная, прям вообще. Очень-очень. И вот этого тоже не было. Когда успели? Обалдеть. 35-80. Короче, часть денег нам вернули. 50 тысяч. Ура! Все, слава богу. Вот пока, как говорится, всех не начнешь строить, не будет нормально все. Так что нужно, как говорится, всех держать в узде. Так, нужно что-нибудь покушать по брику. И все, идти домой уже мыться и собираться остатки. Пам-пам. Я думаю, может сюда? Сюда? Пойдешь? Давай. Или нет? Думай. Вроде хотели это, покушать. Потом думаю, время. Блин, что-то на массаже летит незаметно. Вот. Пойдем, наверное, все-таки до дома. Чтобы успеть помыться уже, собраться. А если что, в аэропорту перекусим, если что. Либо дождемся уже, в самолете поедем. У нас вылет 2 часа ночи. Вот. Я думаю, дотерпим. У нас там еще сосиски остались, которые мы сегодня утром не съели. Овощи там есть, круассаны. Сейчас погреем. Короче, с голоду не помрем. Да, еще бы на самом деле сейчас кушать еще пока не охота. Вот, так что все, часть денег вернули, все хорошо. Ну, опять же, приходится... Ну, либо мы с ним друг друга не поняли, либо что. Ну, часть все равно у него осталась, но ладно. Слава богу, хоть большую часть вернули, уже я рада. Вот, а все остальное, как говорится, будет потом. Вот, кстати, надо вот такую штуку купить, хочу. Хочу купить такую штуку. Может, колбаски возьмем? Хочешь? Шарики. Хочу. Короче, такой кайф. Вообще. Жизнь налаживается потихонечку. Но нервов, конечно, утром у меня сегодня было прям капец. Ну, как я рада, что под конец вечера. Все нормально. Так, идем до дома, до хаты. Нужно успеть все. Просто мы сейчас, если сядем в кафе, там, блин, полчаса пока готовят, пока поедим, пока дойдем. Я не успею помыться. А мы все промасленные. Надо это, ополоснуться. Обязательно. И в дорогу. Снять себя, смыть весь негатив. Вот, и спокойной совестью уехать. Вот так. Последний взгляд на нашу Паттайю. Не знаю, когда мы туда вернемся еще. Ну, надеюсь, вернемся. Возможно, еще и в этом году. И все будет замечательно. Кафешечки, ресторанчики, массажки,
7-Eleven и прочее. Жить, как говорится, хорошо. А хорошо жить еще лучше. 7-Eleven. Вот манго. Ну, мангу уже не будем брать, там, честно, даже складывать некуда. У нас так рюкзак пойдет, Вовкины куртки наши, кофты. Сейчас практически оденемся полностью. Вот. Ну, квартиру я сейчас в любом случае сниму. Хотя бы, чтобы 5 минут осталось, там, сниму, чтобы все осмотреть. Все было хорошо. Такие дела. Рыночек наш тоже. Иду, смотрю под ним. Вон, как где-то. Спасибо. Не, хочешь, на рынке можно взять что-нибудь? Ребрышек, например. Не хочешь? Даже на рынок пускай. А хотел в кафе идти. То есть, главное, это в кафе мы успели бы, а на рынок зайти быстренько взять нет. Вообще молодец. Ну ладно, у нас там еще много всякой еды осталось. Надо подъедать. Закидаем сейчас чем-то. Просто не хочется ни острова, ничего. Чтобы потом по дороге не... Чтобы было все хорошо. Там сосиски еще остались. Там еще, кстати, яйца есть, еще можно. Яичницу делать. 2 яйца. Ой, слава богу. Все, идем. Туби. И все. Надо еще дособираться просто. В 20:30 за нами приедет трансфер. Вот так. Ту-ру-ту. Здесь еще купаются во всех. Вот. Последний взгляд. Он важный, самый. Красота. Наша кабана. Кабана. Копакабана. Хорошо. Нет, были очень приятные моменты. Были неприятные, но это как обычная жизнь. Как говорится, наша жизнь состоит из светлых и темных полос. Главное не останавливаться и идти дальше. Ничего не бояться. Все получится. Вот так. Так что мы едем дальше. Вот. Такие дела. Все, пошли мы.